Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами рассмотрим новую коллекцию аксессуаров от компании Oriflame, которая называется «Сияющий кристалл». В нее входят серьги, ожерелье и кольцо. И мы уже посмотрели эту коллекцию в моем инстаграм в прямом эфире, поэтому подписывайтесь, если хотите смотреть новинки раньше всех. Поехали! Вся коллекция выполнена из серебристого металла и обильно усыпана стразами. И давайте же рассматривать и начнем с ожерелья. Ожерелье 93 сантиметра, сама подвеска 2,6 на 1,8 сантиметра. Посмотрите, какая красивая, мне напоминает такое, знаете, крыло жар-птицы. Очень много камушков, красиво переливается и выглядит очень эффектно. И я еще, когда листала каталог, сказала, что галстуки ожерелья — это мои любимые ожерелья, я их просто обожаю и ношу я их уже где-то лет 20. И с тех пор, как я купила свой первый галстук, это украшение стало одним из самых моих любимых. Поэтому наконец-то компания Oriflame выпустила именно то ожерелье, которое не просто я рассматриваю и думаю, купить или нет, а которое я обязательно куплю и обязательно буду носить. Потому что это украшение подходит вообще к любому образу. Оно может украсить и вечернее платье, и деловой стиль. Просто превосходно украшает такой аксессуар галстук, то есть он добавляет вам с одной стороны такой деловитости, с другой стороны вы блистаете с этим украшением в деловом костюме. И давайте же я покажу вам, как это смотрится на груди. Кончики цепочки украшены кристаллами, и мне очень нравится, что вот эта подвеска ходит довольно туго. Это значит, она не будет у вас сползать, потому что один из моих подобных галстуков был такой, что вот эта подвеска закреплялась мной наверху, и потом в течение дня она у меня постепенно сползала вниз. Нет, здесь я вижу, что очень плотно держится цепочка. Вы спокойно можете двигать и устанавливать подвеску на ту высоту, на которую вам удобно будет носить. И еще раз повторю, что если это белая рубашка, например, с воротничком, то вы можете одеть этот галстук вот прямо в самом верху, и здесь у вас вот две такие цепочки будут болтаться. Если это, например, вечернее платье, вы можете спустить подвеску поглубже в вырез, чтобы она подчеркивала ваше декольте. Поэтому вот такое классное украшение, я точно его куплю. Купите ли вы? Делитесь со мной, пожалуйста, в комментариях. Самая популярная форма серег сейчас — это серьги-гвоздики. И гвоздики могут быть разными. Они могут быть маленькими камушками или жемчужинками, а могут быть вот такими красивыми перьями жар-птицы. Ну, кто-то увидит здесь листок, кто-то увидит что-то свое. Ну, я вижу именно вот такое вот крыло жар-птицы. Я могу сказать, что вот эта сережка немного меньше, чем подвеска. Совсем на чуть-чуть. И когда это будет у вас в ушках, это будет совершенно незаметная разница. В прошлом году под Новый год были подобные серьги, и я их себе купила. Назывались, по-моему, Терра назывались. Ну, посмотрите в плейлисте все новинки каталога на нашем канале. Там точно есть этот обзор с этими серьгами. И вот эти вот, они мне очень сильно напоминают те. Смотрите, как эффектно смотрится это на ушках. Я уверена, что на вас это будет тоже смотреться шикарно. Я знаю. Нет, они мне в принципе идут, это мои украшения, я их сразу вижу. Как вечернее становится, да? И кольцо. Как я уже говорила в обзоре «Листаем каталог», мне кажется, что это кольцо не под серебро выполнено, а под белое золото. Разомкнутая форма, и в этом кольце сочетается сразу несколько трендов. Один из трендов – вот этот самый разомкнутый круг, то есть дизайнеры как бы разрывают шаблоны. А второй тренд – это вот такие красивые сияющие кристаллы, которыми дизайнеры украсили этот разомкнутый круг. То есть с одной стороны как бы круг, а с другой стороны уже мы видим, что он не продолжается, с другой стороны вилка. Но мне колечко тоже очень нравится. Вот эта коллекция украшений — это тот редкий случай, когда мне нравится каждый аксессуар коллекции, и когда я возьму себе обязательно всю коллекцию, независимо от того, что у меня уже огромная шкатулка дома с украшениями от Oriflame. Вот это кольцо, оно добавит изюма вашему повседневному образу, и также оно шикарно будет смотреться с вечерним образом. Мне кажется, что именно вот это вот белое золото, вот это вот серебристый акцент на вас, он добавляет девушке юности, молодости, свежести, поэтому
радуйте себя этой коллекцией. Ну, по крайней мере, мне она доставит радость, а доставит ли вам, я буду читать в комментариях под этим видео. Модные дизайнерские тренды в новой коллекции «Сияющий кристалл». Будьте счастливы в новогоднюю ночь и всю жизнь. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока!